Уже скоро снимать урожай. В микрорайоне Лопатинский к завершающей стадии подходит реконструкция сквера «Вишневый сад». Любимую у местных агитплощадку наконец привели в порядок, сохранив и приумножив то самое драгоценное, что здесь есть, а именно плодовые деревья. Строительство контролируется на всех уровнях, в том числе на административном и общественном. Глава городского округа Артур Болотников посетил место стройки буквально накануне. Он пообщался с местными жителями, узнал их пожелания и чаяния. Сегодня мы с вами находимся на завершающей стадии реализации проекта «Вишневый сад». Буквально некоторое время мы с вами были здесь, еще только-только зарождалось все. На сегодняшний день мы с вами видим завершение, планировочные решения и так далее. Площадь этого участка практически 0,9 гектара. Площадь. И я смотрю, подрядная организация в сроках, да. Надо отметить, что у жителей микрорайона вопросов по ходу реализации проекта практически не возникло. Но, как водится, всегда есть другие проблемы, в основном жилищно-коммунального характера. На Лопатинском они связаны в первую очередь с водоснабжением. Все вопросы взяты, что называется, на карандаш и должны решиться в ближайшее время. Естественно, все то, что остро, мы все это меняем максимально. И вот конституционное соглашение у нас «Газпром Теплоэнерго», компания, это большой «Газпром», они выделяют дополнительные средства для того, чтобы это менять. То есть проблемы есть, мы их решаем. Спасибо, что вот реагируете, эффективно докладываете. Что касается реконструкции вишневого сада, то она идет согласно графику. Уже уложены дорожки, на территории скоро будут установлены малые архитектурные формы и элементы детских площадок. Самое важное в этом проекте – это, безусловно, его базисная экофлора. Засохшие деревья удалили, больные вылечили, молодые посадили. В будущем фотографов по весне отсюда будет не выгнать. В настоящее время все материалы закуплены. Значит, проходит выполнен монтаж тропиночной сети, и сейчас уже начинается установка МАФов. Это детское игровое оборудование, лавочки, скамейки, которые здесь будут, скажем так, радовать глаз и посетителей данного сквера. Не очень большой сквер, но тем не менее это будет одно из, наверное, излюбленных мест жителей Лопатинского микрорайона. Все основные этапы работы должны завершить уже к началу сентября, а торжественное открытие этой зоны отдыха намечено на 20 числа первого месяца осени. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, новости Искровект.